Лето – лучшее время для оздоровления. Не первый год благодаря участию в краевой программе славянские ребята получают отличные возможности, чтобы пройти полноценное санаторно-курортное лечение, не уезжая далеко из города. В бальнеологической лечебнице Приазовья созданы все условия, чтобы по максимуму оздоровить детей. Именно летом лучше всего не просто отдохнуть, но и укрепить здоровье. Причем это актуально для любого возраста. Как известно, заботиться о здоровье стоит уже начиная с детства. Славянцы, которые получили бесплатные путевки для своих детей на курс оздоровления в бальнеологической лечебнице Приазовья, конечно же, воспользовались этим. Бальнеологическая лечебница не нуждается в особой рекламе. Она создана на базе йодобромных минеральных источников. Здесь используются лечебные грязи, насыщенные минеральными веществами и благотворно влияющие на организм. Лечебница оснащена всем необходимым современным оборудованием для оказания лечебно-профилактических услуг, что позволяет пройти целый курс лечения или профилактики. Вот если мы возьмем йодобромные ванны, они укрепляют иммунитет. Они противовоспалительные, успокаивающие нервную систему. Также солевая комната повышает иммунитет, очищает бронхи легкие. Поэтому это и есть укрепление. 80 юных славянцев уже смогли укрепить свое здоровье в уникальной бальнеолечебнице. Родители очень довольны, особенно те, кто вот первый год прошли, они к нам же пришли на второй год и сказали, что дети зимой меньше болели. В этом году, конечно, у нас идет отличие, потому что дети вынуждены ходить в масках, мы соблюдаем дистанцию. Те, кому посчастливилось стать участниками программы оздоровления, не скрывают своих чувств. Я проходил на массаж, спереокамеру, парафиновые носки, минеральные ванны и еще некоторые процедуры. Я очень рад, что сюда попал, потому что я чувствую себя намного лучше, чем до того, как сюда пришел. Мне очень понравилось. Я чувствую себя более здоровой и готова к новому учебному году, чтобы хорошо отучиться. Положительный эффект от проведенных процедур налицо, считают родители. Кому как не им, это очевидно. Было большое количество процедур, которые дети прошли. Они прошли физкабинет, Дерсенваль, магнитотерапия у них была, ванны грязевые, йодобромные ванны. Они получали фиточай, кислородный коктейль, спелеокамера у них была. Дети очень довольны. Я считаю, это очень хорошее оздоровление для детей, и персонал очень доброжелательный. Ребенку очень нравится ходить, он просто в восторге. Все, спасибо всем докторам, которые здесь лечат, все просто хорошо. Для каждого юного пациента подбираются процедуры с учетом их состояния здоровья, потребностей и предпочтений. Высокое качество оказываемых оздоровительных услуг служит залогом того, что к новому учебному году ребята подойдут в прекрасной форме и успешно продолжат обучение. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».